Банный устав един, вечер в баню, БУЕ. С вами Анатолий Барыга, печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. И мы находимся практически в центре вселенной, здесь, в Краснодаре, в Суворовских банях. А рядом со мной стоит человечище, ну, наверное, номер один. Человек, который генерирует лиды и привлекает клиентов. А клиенты приносят золото. Представься, пожалуйста. Меня зовут Василий, я занимаюсь развитием Суворовских бань, в основном интернет-развитием, и продвигаю в Инстаграме, через сайты, не за большие бюджеты, а за маленькие, но эффективные. А значит, ролик сегодня, ребятушки, а я знаю, что у всех есть Инстаграм, интернет-магазин, и вы только и думаете о том, как бы с интернетом клиентов к себе подтянуть. Будет о том, как с интернета подтянуть клиента. Ну вот, мы и пришли в уютный кабинет. Сразу скажу, если кто-то вдруг просидел под сосной и не знает, что такое Суворовские бани, это заведение суперлюкс сегмента, поэтому в нашем деле в печном, печи, дымоходы, термозащита, магазины — это очень важно, потому что это самый развивающийся сегмент, именно те люди, у которых есть деньги, как их привлечь и как их заставить потратить деньги. И все нам сегодня расскажут и доложат. Тебе слово! Спасибо большое. Ну, с чего начать, я даже не знаю. Соответственно, меня попросили рассказать, как я продвигаю Суворовские бани, каким образом мы получаем клиентов, каким образом получаем лиды. Скажу сразу, мы не тратим много денег на рекламу, потому что существуют бесплатные, как-то малобюджетные методы. Если они не опробованы, не сделаны, то в дальнейшем нет смысла тратить большие деньги. Да, мы можем привлечь клиента за большие деньги, больше клиентов, но мы хотим иметь постоянных клиентов, прежде в очередь, которые будут периодично ходить в баню, то есть и VIP-сегмента. Можно я сразу же сделаю небольшой блиц-опрос, прямо вот, чтобы сразу было понятно, чем ты пользуешься, а чем не пользуешься? Ты штатный сотрудник, то есть ты не агентство? Нет, я штатный. Штатный. Используешь ли ты агентство в своей работе? Там, допустим, там, контент на рекламе или сайт кто-то ведет, агентские какие-то? Нет, я не использую никого совершенно, то есть я сам знаю их программирование на таком начальном, то есть так, да, HTML, CSS, у меня, конечно, есть программисты, определенный круг друзей, которые мне помогали сделать Суворовские бани, точнее, мы делали Суворовские бани, сайт, и что касаемо рекламных агентств, практически никого, сами своими силами абсолютно все делаем, все продвигаем, вплоть от написания текстов до фотосессий, съемок видео. Резюмирую. Итого, значит, вот бизнес, который заточен на элитный сегмент, и здесь не пользуются агентствами, но есть человек-голова, который за все в ответе и больше вещи умеет делать своими руками. Правильно? Да. Просто часто с агентствами, когда к нам обращались, ко мне их посылали на разговор, и был очень такой интересный разговор, когда я прошу, говорю: ребята, покажите мне ваши результаты, покажите мне статистику, покажите, насколько вы эффективны. Они мне показывают те цифры, которые можно достичь самостоятельно. В Инстаграме, например, выкладываю пост один день, там, раз в неделю, и систематично выкладываю, то есть добиться таких же показателей абсолютно. Наша задача и интерес сделать массовый охват. Итак, у меня другой вопрос есть. Вот мне все время, я общаюсь с людьми, которые владельцы бизнесов, они жалуются, говорят: вот там нужно продвижение, тра-та-та, общаюсь с агентствами, они в моей тематике не в зуб ногой, там будь то производство дымоходов или печей. Скажи, как ты вообще банный комплекс продвигаешь? Ты фанат бани или там известный пармейстер или малоизвестный пармейстер? Как ты в этом деле во всем разобрался? Где найти такого человека, как ты? Откуда ты появился в банном мире? В банном мире очень интересно появился. То есть мы начали, определенные люди знали, что я делаю сайты в свободное время. Позвонили мне, пригласили сделать сайт Суворовским баням, и началось. Дальше поговорили по продвижению, завертелось, и я попал в банный мир. То есть до этого я баню любил, но конкретно такого прямого отношения у меня с ней не было.
Ключевое слово, до этого баню любил. Я не знаю, как найти программиста или там продвиженца, который бы любил баню. Ну, я не могу помочь. Но я могу помочь в другом. А какие социальные сети ты используешь для продвижения? Опять же, в виде блиц-опроса. Одноклассниками пользуешься? Нет. ВКонтактом? Да. Что там еще есть? Инстаграм. Пользуешься? Конечно. Ютубом? Ютубом в планах. Сайтом? Конечно. Так, Одноклассники, ВКонтакте. Фейсбуком? Фейсбуком, да. Твиттером? Твиттером нет. Может быть, есть у Суворовских бань в Телеграме какой-то прям глобальный? Нет. Анонимный канал Суворовские бани? Нет. Ну, Телеграм — это канал, где в основном сидят криптовалютчики, либо какие-нибудь там... Политические деятели. Да, политические деятели, поэтому заходить туда с бани как-то неразумно, потому что это большой контент, большая сразу аудитория по России, а у нас все-таки локальное место именно в Краснодаре, на Совхозной, и распространяться в Телеграме как-то, ну, нет такого интереса. И кроме того, в Телеграме мы не имеем возможности такой прям показывать всю красоту. Из всех инструментариев в виде различных социальных сетей, номер один какая для тебя? Инстаграм. Номер два? Скорее всего, это в последнее время Яндекс.Справочник. Я даже такого не слышал. А сайт, он круче Инстаграма, генерирует клиентов или так же, или меньше? Да, сайт он сам по себе генерирует, соответственно, клиентов, но он служит, скажем, конечной точке, куда должен пользователь прийти и сделать, совершить какое-то действие, либо звонок, либо забронировать. Вот, вот тут вот я внимание очень сильно ваше обостряю, потому что обычно, ну, бизнесмены как считают то, что нам пофигу, какая там посещаемость сайта, нам нужно понять, сколько с сайта приходят людей, там, допустим, ко мне в баню, или сколько людей купит у меня там печку, или там закажут какую-то услугу, там, монтаж. Как ты собираешь статистику, или это никак не делается, нет возможности понять, человек посмотрел на сайт и потом позвонил или потом приехал? Ну, тут работа командная в первую очередь. Когда мы начали этим заниматься, то есть я рекламу продвигал, все, и обратки не было совершенно никакой от администраторов, которые принимают звонки. Потом я вижу, что есть звонки, в Инстаграме есть такой там пункт статистики звонки, то есть, ну, хотя бы там один из там трех звонков обязательно будет совершен. И когда от администраторов мы не получали связь, и мне собственник задал вопрос, где же клиенты? Да, зачем ты нужен? Да, зачем ты нужен? Не слишком ли большие деньги? Я не вижу совершенно твоего результата. Я начал уже по ниточке разбираться, действительно, а где они? Да. Потому что в бане нету новых клиентов. Сейчас, секундочку, заблокировалось. Нету клиентов. Куда же они уходят тогда? Дошло вплоть до прослушки всех разговоров администраторов, да, выяснилось, что администраторы предлагают не так, как надо, то есть тот человек, на котором замыкается этот лид, получает не качественную информацию. Пришлось выправлять эту ситуацию, то есть заниматься с администратором, выстраивать структуру приема звонков, то есть отрабатывать систему, когда администратор, то есть полностью формировать воронку продаж. Именно с администратором, потому что один... Это ключевое слово, можете посмотреть в Яндексе, воронку продаж, что это такое. Останавливаться нету смысла, это долгая вещь. Да. Скажи, пожалуйста, вот на сайте, какая вот средняя посещаемость на лето 2019 года? Там я знаю, то, что есть всплески, когда зима, да, когда лето чуть поменьше. Ну просто вот целый банный комплекс работает на каком количестве посетителей, ну, смотрите, сайта? Вот за месяц, да, образно я могу сказать, у нас небольшая посещаемость сайта, потому что он у нас служит конечной точкой, как еще раз говорю, примерно где-то идет в районе 2000 в месяц посетителей. Так. Да. А в Инстаграме, допустим, сколько? В Инстаграме подписчиков мало пока что, потому что, ну, как подписчики в Инстаграме, это клиенты, бесплатные, я так их называю, которые получают постоянно вашу рекламу.
То есть адресная реклама получается. И таким образом мы можем повторные продажи делать. Это благодаря подписчикам. Поэтому подписчиков накручивать, как это раньше было, уже смысла нету совершенно, да. То есть у вас, да, большое количество подписчиков, но эффективность их нету. То есть, вот, например, у Суворов Скинбайн все натуральные подписчики совершенно ни капельки не накручены. То есть, да, покажи, если это можно цифру показать или так скажешь. 2890 подписчиков сейчас, то есть это все живые люди. Быстренько подписались, да, на Суворовские бани. Да. Посмотрите, что делают в Инстаграме, как работают с Инстаграмом. То есть здесь именно по Краснодару я смотрел разные источники, пробовали разную рекламу, некоторые рекламы, например, что касается Яндекс.Директа или Гугла, да, рекламу в Гугле, она достигает, например, там от 30 рублей, да, там, либо если в рекламной сети мы выкладываем, там гораздо меньше, там, можно там получить лид за 10 рублей, но эффективность такого лида качественного, как бы за такую стоимость, она очень низкая. То есть ты с низкочастотниками вообще не работаешь? Нет, почему? Я работаю с низкочастотниками, но когда мы даем рекламу, то есть у нас как привыкли вообще к пониманию, что такое баня? Вот мы очень сильно отличаемся от всех бань. У нас нет алкоголя. У нас нет алкоголя, у нас общественный формат, коллективного, коллективный формат, у нас человек сам не парится. Для меня это не нонсенс, я по, баре, по банным комплексам езжу, это может быть там для города нонсенс, да? То есть, да, есть... для города у нас в каждой бане есть пиво, в каждой бане есть раки, там девочки и так далее, у нас этого уже нету. Ну, тут оздоровление. Да, у нас вот процесс оздоровления, у нас приезжают звезды постоянно, недавно был Олег Токтаров приезжал. У нас парился там Астахов тоже недавно, так 2 месяца назад где-то приезжал, парился. То есть, такие уважающие себя люди уже прознали про нашу баню в Москве в связи с звездным кругом и уже постоянно к нам приезжают. И как такую баню продвигать, если в Яндексе, в Гугле все время пишут там сауна. То есть что имеется в виду понимание сауны у обычного человека? Пиво, баня. Девочки, все. То есть алкоголь, а у нас этого нет. Ну, это медицинский комплекс. Человек заходит, да, посмотреть баню, хочет попариться, выпить пиво, а у нас это нельзя. Соответственно, мы платим деньги, рекламируя свой банный комплекс, но не получаем обратно клиента. Носите с собой в термосе бухлишко. Скажите, травки заварили. Не-не-не, ни в коем случае. Ни в коем случае. Да, поэтому стал вопрос, каким образом продвигать так, чтобы не тратить много денег, но было гораздо эффективнее. И методом там, проб и ошибок постоянно пришли к выводу, что Инстаграм, Яндекс, Яндекс.Справочник, чтобы нас люди, когда в Яндекс.Навигатор набирают бани, чтобы мы высвечивались на первых позициях. И начали... Погоди про справочник. Давай вот про Инстаграм. А потом по всему, только плотненько. Что ты выкладываешь в Инстаграм? Ой. Вот что там происходит? Тут какая совершенно... активность? Тут совершенно разный контент. В основном тут процессы парения. Даже вот с Олегом, да, интервью было заснято. Он тут рассказывает про баню, про нашу, как у нас тут хорошо. То есть первое, информационные ролики. Да, информационные по большей части... Для чего именно нужна баня, истинное предназначение бани, чтобы приполучить парение, чтобы получить кайф, чтобы получить такой эффект расслабления, эффект банного опьянения, потому что многие просто не знают, что это такое. Это я мышкой завладел. А потом я вижу некоторые фотографии такие стильные, как бы вот. Так. А скажи, пожалуйста, а акции вы какие-то здесь анонсируете, что-то там, приведи 3 друзей, получи бутылку пива в термосе бесплатно, нет? А, нет, таких акций мы не проводим, мы сейчас Процедуры показывают, банки, да, лед, печки, каменка. Кубки, призы. Нет, это бармен. Бармен безалкогольный. Да. Это Борис Марченко, я узнаю пакетки. Да. Так, все, дальше это уже старый контент пошел. Профессионалов в
баню приглашать. Это, по-моему, Федор Емельяненко. Федор Емельяненко. Телевизор мало смотрю, но так примерно ориентируюсь. Ага. То есть вот эту вот фотографию я знаю, когда она была сделана. Это с бани Феста. Она сделана 2 месяца назад. Соответственно, в течение 2 месяцев, 15 публикаций, это одна публикация в неделю, в среднем. В среднем, да, сейчас пока одна публикация в неделю, потому что... То есть вы не чистите? Иногда чистим. Иногда чистите. Да, все зависит от эффекта, который мы хотим добиться. Господи, какая у вас девушка красивая. Она администратор наш. Да. Ой, меня же бывшие смотрят, блин. Нет, очень страшненькая. Все, я спалился. Скажи, пожалуйста, вот вы делаете ли какие-то короткие видеоролики в Инстаграме или только фотографии? Нет, ролики обязательно, потому что иногда ролики приносят гораздо больше зрителей, они гораздо интереснее, поэтому однозначно ролики мы делаем. То есть сейчас, вот, например, мы с постами уменьшили, потому что Инстаграм поменял политику в области хэштега, в области поисковой системы, и просто выкладывать посты такие часто, там раз в день, и они не перестали приносить нужный результат. Поэтому тут политика совершенно поменялась, и мы начали биться именно за качество постов, за интерес, чтобы люди уже вовлекались, там, узнавать их мнение, уже дальше анализировать. Все-таки на Евгении, да? Да, ну я посмотрю, я слушаю, я рассказываю, очень интересно. Остановиться не можем. Нет, ну я могу остановиться, но я как бы скрашиваю взор, как говорят, сломал глаза немного, но мне это можно, у меня нет колец на пальцах. То есть сейчас мы прорабатываем совершенно другой контент, другого немножко формата, потому что у нас появилось новшество, где нету вообще в Краснодаре такого нету. То есть если вот фотография, да, то есть банщики наши. Угу. То есть идет не просто парни-банщики, но и девушки-банщицы. О. То есть пока в Краснодаре нет такого, и мы сейчас подготавливаем девочек, чтобы в дальнейшем уже делать не только фотоконтент, да, но и видеоконтент. То есть ждите очень интересной информации, которая будет разительно отличаться от всех бань, именно даже, я думаю, России. То есть вы действуете по принципу, по-моему, маэстро Котлера, отличайся или сдохни. То да. есть все, что новенькое придумываете, все сразу и делаете, то, что никто другие в городе не делают. Да. Но кроме того, очень большое внимание уделяется тексту, написанию текстов, как он формируется, как он пишется, потому что человек недостаточно посмотреть. Кто за копирайтера? Я. Я за все. Я двоечник был, по-русски плохо пишу, поэтому я ничего не могу даже спросить. Просто вот поймите то, что текстовое ядро – это очень важная вещь. Обычно за текстовое, то есть ядро, оно элементарно пишется по правилу АИДа, да, внимание, желание, интерес, действие, по такой структуре и дает, в принципе, хороший результат. Но главное именно обращение к читателям, обращение к зрителю нашему и постоянно держать на чем-то интересном, на интригующем. То есть есть определенные методики, там в постах прослеживаются, когда именно завлекается, выделяется аудитория, определенная категория аудитории, да, и уже в дальнейшем... Ссылка снизу приотачена, смотрите, читайте. По определенной категории, да, просто вот была там, не буду рассказывать, слишком явно будет, пусть лучше зайдут, посмотрят. Да. Да, то есть был анализ аудитории, посредством Инстаграма выявлены 4 потенциальных клиента будущих, которые будут у нас париться. И дальше мы уже будем работать индивидуально с каждым клиентом, потому что с общей массой людей найти именно тех, которые будут твои, вот это самое драгоценное. Мы, например, организуем постоянно промо-акции, именно платные промо-акции, потому что это самый дешевый источник рекламные во всем интернет-пространстве. И... Нам в гости. 3 минуты не выделишь? Выделим, ставь на паузу. Там девушка очень красивая. Продолжим.
Так, мы остановились на Инстаграме. Да. Скажи, а сторис ты пользуешься? Да, сторис пользуюсь обязательно. Особенно для людей, которые там подписаны на нас, публикуется сторис в основном, чтобы поддержать наших любимых подписчиков, показать, что у нас новенькое что-то появилось. То есть, ну, это посты и сторисы. Скажи, идет. Еще, а вот эту вот красоту, шапку, как сделать? Это трудно? Да нет, это не трудно, это достаточно легко. А с помощью каких инструментов? Фотошоп. И все, актуальные истории. Актуальные сторисы в Инстаграме. И можно сделать. У нас сегодня оператор могучий. С интересом смотрит, все нам смотает. Так. Что еще можно про Инстаграм сказать? Ну, про Инстаграм сейчас много что можно сказать, да, это, во-первых, там таргетированная реклама, которую можно там посвятить отдельно, блог, видео, да, это не очень много. Смотрите, долго, в Яндексе таргетированная. Долго очень рассказывать именно в Инстаграме. В Инстаграме. Да, потому что очень мощный такой инструмент, который позволяет добиться определенных клиентов, которые им нужны. То есть именно целевую аудиторию определить. А вы с блогерами, там, инстаграмщиками как-то кооперируетесь, что-нибудь там, совмесочки, там, не знаю, с какими-то известными людьми, там, ты мне с ними, я тебе с ними, давай там баню посетишь, бесплатно мы тебя там снимем, ты скажешь, там, все круто, такое практикуете? Ну, как бы сейчас пока нету, но в планах обязательно. Что, в баню хочется, что ли? Ну, а когда туда не хочется? То есть вот какие-то вот именно инстаграм-звезды. У вас же есть наверняка? Не, у нас приходит Инстаграм звезды, соответственно, они сами создают контент, выкладывают у себя. Мы даже иногда их не просим об этом. А ставят ли они какие-то хэштег? У вас есть, во-первых, какой-то хэштег собственный, там, суворовские бани? Да, суворовские бани хэштег, в принципе, S-бани. А мы можем посмотреть что-нибудь по хэштегу? По какому-нибудь? А нет, у меня сейчас тут закрыт на этой странице, поэтому может могут любой зайти человек, кто посмотрит это видео на нашу страницу. Может, в поиске? Не, оно не выдаст, надо сейчас зайти просто. Ну, не откроются они, просто другой аккаунт. Да, сейчас продолжим по другому аккаунту. Зайдем, на что зашло. Красиво. Это отзывы. Оу. Понаписали. Да, не то пошло. Нормально, нормально. Во, ванный комплекс. Так. В Суворовскую баню зайдем. Угу. То есть, ну, например, там, что, анонс. Да? Логотип. Логотип, вот, хэштег, то есть липа. Оп, липа. Оп. То есть информация идет. А если просто хэштег из бани или суворовские бани? У нас тут и непосредственно навигационные хэштеги, то есть чтобы человек гораздо проще было искать там информацию по определенной печи, то есть это по сути сайт, принцип сайта. Хэштеги выполняют навигацию. То есть вот необычная чайная у нас вообще сделана немножко, то есть есть как чайная. Класс. То есть хэштег. И еще, помимо этого, у нас отдельно, например, у чайной своей. То есть это все не агентство платится, это все ты за зарплату. Ну да. Класс. Помимо этого, еще провожу фотосессии, сам снимаю, сам пишу сценарий. Охренеть, дайте две. Я умею только писать сценарий, тот в своем мозгу, это не всегда. Ну что, с Инстаграмом покончим, перейдем к вещи, которые мне неизвестны. Яндекс.Справочник. Да, про Инстаграм можно вечно разговаривать, да, поэтому, что, какой, какие фотографии, последний как раз что. Смотрю, крайне. На Женечку наш. Да, очень добрый человек. Ладно, давай, давай следующее. Ну что, самое такое интересное, да, это Яндекс.Справочник. Ага. Ну, сами, я вообще ничего про него не знаю. Я только могу привести вопрос. Также важно, как сделан сайт, как собран сайт, на чем он собран. Сейчас, сейчас очень много больших решений по конструкторам. Давай по справочнику. И так далее. Да, что это такое? То есть у нас в интернете, там в Яндексе существует навигация по организациям.
Она называется Яндекс.Справочник. Вы используете ее ежедневно, когда что-то ищете в Яндекс.Навигаторе. Да, то есть Яндекс.Карты. Или по-другому их можно. Да, Яндекс.Карты я знаю. Вот сейчас Яндекс.Карты откроем. Да, то есть вот как это выглядит. Компания сюда попадает на Яндекс.Карты посредством Яндекс.Справочника. То есть организации. Если мы наберем там, например, Суворовский бани. Суворовский бани, совхозная 12. Угу. И вот, соответственно, сразу мы определили, что это Суворовские бани. И дальше уже идет информация. Заметьте, да, вот до этого постоянно фоточка нашей девочки. Да. Тут она тоже есть. То есть сейчас Яндекс.Справочнику уделяется, ну, я уделяю большое очень внимание. Потому что это, по сути, еще один сайт. Охренеть, у тебя тут вообще пятерка по отзывам. 5 старс, 42 отзыва и пятерка. Накручиваешь, поди? Ни одного накрученного нет. Совершенно ни одного. А может, посмотреть, что там пишут-то хоть? Отзывы, да. Марат написал! Первый отзыв Марата! Марат, здорово! Так... А как вы заставляете людей писать отзывы? Ну, Марат, он честно пишет, его это точно не бот. Но его не заставишь, он только по доброте душевной. Ну, видимо, по доброте душевной все пишут, потому что у нас отсюда выходит в полном восторге. И у кого установлено приложение, там Яндекс, браузер на телефоне, он всегда высвечивает подсказку, оставьте свой комментарий об этом месте и таким образом... То есть делай хорошо, будет хорошо? Да. Делай качественно. Класс. Скажи, пожалуйста, бань-то много, вот если человек вобьет в Яндекс.Карты баня, ему же все бани там высветятся. Да, давайте вобьем и посмотрим. Давай, что, посмотрим, что будет. Все по-честному. Вот смотрите, вот они мы. Так. То есть, если вот чуть-чуть камеру вниз, то есть вот они главные топы, ага. И вот они мы внизу. Ага. Это то уже есть, контентная реклама, нет? Нет. Вот эти платят деньги. Верхние, так. Да. А мы не платим. А что это за синяя галочка стоит? Типа авторизированный пользователь? Да, это подтвержденная организация полностью. Так, а это как? Официальная организация. И как добиться вот этого, допустим, если мы берем печной магазин, печных магазинов в городе, допустим, 30 магазинов, как добиться того, чтобы быть это тут? Постоянный мониторинг Яндекс.Справочника, постоянное ведение. Кроме того, мы даже отображаемся на непосредственно на карте. О, с ванной. И даже, да. Потому что у нас, почему мы отображаемся, у нас самый высокий рейтинг среди всех бань. Как этого добиться? Общение с клиентами, с гостями. То есть мы, честно говоря, мы ни разу не просили, чтобы оставили отзыв. То есть вот это вот и вот это вот появляется только на основании отзывов? Да. Ну, по сути, отзывов и еще остальной работы – это информация, это контент, это фотографии, потому что это качество сайта, тут, кроме того, и делаются… То есть вы еще фотографиями разбавляете? Здесь публикации идут, тоже как в Инстаграме, то есть постоянно подтягивается, увеличивается. Мотайте на ум, ребята, это все на шар, информация тут, это раздается. Тут очень-очень-очень много интересностей всевозможных, и каждый раз Яндекс расширяет, что очень приятно, и… Например, ой, не в угоду 2GIS-у, как говорится, буду говорить, да, если мы там вообще посмотрим. Вообще лайфхак вскрыл. Ребята, если хотите увидеть продолжение ролика, переведите 500 рублей, и вы увидите. Шутка, я не такой же лоб. 700. То есть, если мы... То есть, если мы сравнить, у нас проплачивается реклама в 2GIS-е. Да, и бесплатно полностью Яндекс идет, мы то есть сюда ни копейки не вложили, то у нас получается количество клиентов, пришедших с бесплатного Яндекса, гораздо больше, чем с 2GIS. А Google карты? Что у тебя там творится? Пока ничего. Не покажешь. То есть над этим еще работаем. Да, над Google картами еще там своя как бы большая система, своя большая политика, она требует большого количества времени. И кроме того, Яндекс.Навигатор – это одна из самых популярных в Краснодаре программ, и она быстро дала эффективность. То есть вот малобюджетный маркетинг, локальный именно на территории одного города. Ну, за Google еще возьмутся тут, я знаю, это тоже очень хорошая вещь.
Что у нас помимо сайта есть еще? Ну, допустим, Facebook, там какая-то дикая активность есть или... Нет, в Facebook дикой активности нету. То есть у меня, например, делается пост в Instagram и, соответственно, распространяется по остальным этой информации. Репост, то есть на Twitter, на Facebook. На Facebook, на контакт идет. Ну, контакт как бы сейчас продвигает только нужно за деньги. То же самое и Facebook, если вы хотите хорошо, то это нужно платить. Одноклассники, ну, не вижу смысла совершенно, потому что, например, там в Инстаграме... Сейчас в комментах напишут почтенные зрители, скажут, да я сижу в Одноклассниках. 67 лет. Да, мне 67 лет, сижу в Одноклассниках, смотрю, как в СССР мороженое делали хорошее. Бесспорно, Одноклассники это как хороший тоже источник, но нужно там все-таки вкладываться... в деньги платить, чтобы как-то продвигаться. А богатая аудитория там есть? Вообще, честно говоря, везде есть аудитория. И во ВКонтакте, и со школотронами. И в Одноклассниках. Ну как школотроны, если я, например, мне уже там 33 года, да, и я захожу в ВКонтакт, там каждый день просматриваю, все равно. То есть это уже не школодроны. Понятно. Это уже гораздо более взрослая аудитория, она с каждым днем растет. То есть то же самое Инстаграм. Сейчас уже средний возраст, ну там, скажем, дошли до того, что 65-летние сидят бабушки в Инстаграме. А всякими извратами, типа Твича и прочих вот таких вот вещей не пользуешься еще? Нет. Там всякие ТикТоки, не? Нет, еще, не дошли руки. Ну, ТикТок это очень молодая вещь, как бы, и сейчас там сидят подростки в основном. Смысла там ну, нет. Может, там как раз золотая молодежь. Хотя... Нет, вряд ли там золотая молодежь. Мы лучше по проверенной, по проторенной уже тропинке. В Инстаграм у нас в Краснодаре очень любят. И если тебя нет в Инстаграме, соответственно, это уже как бы ты отсталый человек. В мой камень огород. Да, да. Потому что... Некоторых нету. Да, некоторые уже закрыли, да. Просто уже я столкнулся с тем, что ко мне там некоторые бизнесмены, уважающие это города, там обращались, что, блин, создаем нам аккаунт, нас нету, как же так? А некоторые уже просекли фишку. Вот у меня, например, есть друзья, которые там покупают через Инстаграм товары, потому что это дешевле. Ну да, это, на мой взгляд, тоже сейчас самая прибыль генерирующая социальная сеть именно на продаже заточена. Ну еще многие функции Инстаграма, большую часть функций даже люди не знают, что там можно сделать. Откуда ты вот такой вот умный, вот откуда ты все вот это вот выучил, изобрел? Может быть, в институте учился этому или там в колледже инстаграмному? Откуда знания? Поделись. Потому что у многих ну, ребят, которые смотрят меня, времени очень много, они там, допустим, летом продают печки, а зимой сидят, кукуют в КС-очку, фигачат в дотку, в лальца, может, да, по миду там. Откуда всему этому научиться? Ты сам? Сам? Сам, потихонечку. Ну, какие-то маны читал, нет? Или так сам взял такой Инстаграм? Ну, большое количество англоязычных источников. Так же мы эти самые православные мусульмане, мы же это басурманского-то языка не знаем, а ты знаешь даже басурманский. Я, ну, пришлось. Давай перейдем к сайту. У нас вся информация, которая есть, именно качественная, грамотная, и она вся на английском языке. Ну, даже по фотошопу вся информация на английском языке хорошая. Так, в моем присутствии просьба матом не ругаться. Ну, то есть, ну, я за себя скажу, когда там сайт пытался делать, вот все, что было на русскоязычные источники, они были очень устаревшие, а вот все, что англоязычное, ну, да, пришлось там с переводчиком. Ладно, давай к сайту перейдем. На какой CMS сделан? Это... Самописка? Не CMS, это Python, Python. Вот Django. Так вот. Да, это Django. Почему мы перешли на... У нас до этого была CMS, WordPress, насколько я помню. Отличная, только немножко старенькая. Но хорошая это... CMS, то есть там Joomla, WordPress, Drupal. То есть все они имеют право на существование, но нам захотелось сделать что-то очень быстрое, куда можно загружать картинки большого размера, хорошего качества, чтобы этот сайт загружался очень быстро. То есть и очень было легко им управлять.
То есть не было лишних, потому что во всех CMS-ах там большое меню, там большое количество лишней информации. Если ты забыл, то это плохо. Чтобы найти что-то, там нужно постоянно это обновлять. То есть мы сделали это все на Django. А покрути, пожалуйста, вниз, посмотреть. О, слушай, это как Артем Лебедев говорит, воздуха много на сайте. А это еще, кроме того, это даже сайт Кореновска. До Кореновской на Шибане сайт. То есть это даже не наша Краснодарская, это Кореновская. То есть у нас не у вас два... Подожди, а можно назад? Там я кое-что увидел интересное. Ух ты, а вот эта девушка. Это управляющая Кореновской баня. Нет, куда да. Мы свои банщики. Управляющие. Ох, вот. Да. Зайдем на наш Краснодарский сайт. Здесь банный комплекс имеет две территории, две локации. Одна на территории самого Краснодара, другая станица Кореновская, правильно? Да. Город Кореновск. Уже, все, блин, сейчас меня после видеосъемки... Все, кто любит мороженку. Ладно. Ух ты. Ну, тоже все белое, чистое, воздуха много, приятно смотреть. Да, но это был сделанный расчет. Кроме того, тут система есть онлайн-записи. То есть человек может записаться на... А это какая-то модуль или это... Это виджет. Это дополнительный виджет. Это дополнительный... Бесплатный, платный? Нет, это платная вещь. Не буду делать рекламу. Ребята хорошие, классные, но не буду делать рекламу. Так. То есть путеводитель, комплексы. Блин, охрененно. А фотографии нанимали фотографы или опять сейчас скажешь, твоими силами? Что-то своими силами, где-то уже там проводились фотосессии фотографы, были фотографии определенные и по-разному все. То есть вот я немножко в сайтах разбираюсь, этот сайт не продажный, это сайт сделать действие, на действие заточено, посмотреть комплекс и позвонить, да. Потому что красиво. Скажи, а почему я не вижу здесь вот этих вот экскурсий по банному комплексу? Знаешь, берут такую вот камеру и так ходят, ты можешь покрутить вправо, лево, вверх, вниз. Экскурсии такие 3D, которые, ну, я к ним очень негативно отношусь. Почему? Ну, потому что мы показываем то, что мы хотим показать. А 3D-шка, она показывает все. О! То есть, вот смотри, допустим... Для рекламы, грубо говоря, 3D-шка это плохо. Вообще плохо. Очень плохо. Наверное, сейчас полетят большое количество камней. Нет, я думаю, большое количество вопросов будет. Вот, допустим, ну там ребята начитаются в магазине, там, о, есть там сайт, на сайт можно взять, поставить там 3D, для этого заплатить, сейчас вспомню, сколько в Москве стоит... Это 15 тысяч вроде. Да, 15 тысяч рублей. Пригласить специалиста, который по углам весь твой магазин сфотографирует, каждую печечку. И по твоему магазину можно сделать 3D-тур, 4D-тур, 6D-тур. Не, как у нас был этот 3D-тур на старом сайте, но, понимаете, у нас очень быстро много постоянные изменения какие-то, постоянные новшества. И это там раз в месяц нужно вызывать... фотографа 3D, чтобы показать актуальность бани. Вот так вот. Поэтому тут вариантов как бы убрать вообще этот 3D-тур. Угу. Потому что проще показать и быстрее фотографии, и не тратить дополнительные средства. Наша задача же при минимальных затратах получать максимальную выгоду. В магазине может быть то же самое. То есть у тебя сейчас стоят одни печки, ты сделал 3D-тур, а потом... Уже другие старые стоят. Печки остались. А человек зашел, посмотрел на старые печки. Увидел там. Какое там старье, и все. Так, понятно. Как отслеживается посетитель сайта, который превращается в посетителя баню? Или это не отслеживается, или это невозможно сделать, ну, ничего не сделал? Технически я могу отследить только звонок, либо онлайн-запись. Онлайн-звонок есть? Онлайн-звонка тут нет. Почему? На сайте. А у нас в Краснодаре привычка с телефоном. Понял. Звонить. Понял.
Поэтому... Ну, у нас в Москве уже это все с трубочками. Ну да, сейчас там прогресс до нас где через 3 года дойдет. А ты уже интересовался, там вот есть Яндекс, и там такая кнопочка «позвонить», прямо не заходя на сайт. Да, я уже смотрел, мне это очень заинтриговало в Яндексе, то есть где у нас Яндекс, то есть совершение звонков, они дополнили чаты даже, возможность да, чата. Да, то да, есть, да, да. Да, я за этим смотрел, очень интересно, обязательно этим виджетом воспользуюсь, то есть. Уже, я уже на это обратил внимание. Я слежу за новинками, то есть Яндекс справочников, Гуглов, карт, да, тоже слежу обязательно. Потому что если ты быстрее подхватываешь, ты будешь всегда выше всех в топе. Тут именно погоня за информацией. Постоянно. То есть Инстаграм это тоже погоня за информацией. Я посмотрел, например, по продвиженцам нашего города Краснодара, там их можно пересчитать по пальцам, на пальцах, сколько их, да, что кто ведет правильно, кто именно получает хорошую информацию. У нас один Арбайтон. Или он не из Краснодара, не помню. Ладно, не буду. То есть обычно введение Инстаграма заключается там написание какого-то там текста и создание там вот этого вот меню. Так скажем, да, вот этого оформления, создания МТО, в большинстве случаев даже они делают это неправильно. Угу. И дальше это таргетированная реклама. Были случаи, когда там платили 60 тысяч в месяц только на Инстаграм, на таргетированную рекламу. В итоге подписчиков большое количество, лайков большое количество, конверсии ноль. Угу. То есть это неграмотный подход. Вспомнил, по Инстаграм ты используешь? Для именно раскрутки банного комплекса. Можешь просто хотя бы парочку... Я уже сказал до этого, да, что сейчас хэштеги перестали работать. То есть по хэштегам не ищут? Сейчас сама система не выдает по хэштегам. Да, они есть. Там баня на дровах, баня Краснодар, новости Краснодар, бассейн КРД, там работа Краснодар, банщицы, парень девчат, баня для девочек, да. То есть и так далее. То есть в соответствии тематически, в соответствии с постом, да, геолокационные, в соответствии с геолокацией ставится. Но в последнее время, тоже примерно там, месяц, не выдается по хэштегам пост. Он есть, но люди почему-то не видят, и это не только у меня, это у всех продвиженцев. Поэтому перешли мы немножко к другой стратегии развития, то есть это таргетированная реклама. То есть благодаря таргетированной рекламе, там, при правильной ее настройке, в затратах примерно в 6 тысяч можно... В месяц? Да, в месяц. Угу. Можно получить 50 тысяч показов поста. Толян, ты расслабляешься? Я сплю уже. Держи тогда штатив. Значит так, а напоследок мы сделаем самое важное, самое полезное, что мы можем только сделать, это разыграть... Нет, не приз, меня зовут не Вова, меня зовут Толя. Призов сегодня Марата не будет. Можно разыграть. Нет, мы сегодня разыграем сценку. Ты будешь хозяином, директором, да? А я буду key аккаунт менеджер рекламного агентства, который приперся к хозяину, чтобы раскрутить его на ведение Инстаграма, сделать новый сайт, ну и все такое. Давай начнем с Инстаграма. То есть я такой кей-аккаунт-менеджер, агентство Жарпарков и сын. Вот, сын пришел, такой, здравствуйте. Знаете, я вот хочу ваш Инстаграм взять на себя, снять себя как с хозяина бизнеса ответственность, задачи. Вот, обещаю его вести хорошо, 1 миллиард подписчиков, туча посетителей. Вот, ну все, что вы обычно, вот как владельцы, слышите, вот это вот все там, бла-бла-бла, там. Первый что-то вопрос. Мне, вот какие вопросы задать и какие ответы получить? Первый вопрос, покажите портфолио. Так, дальше. Дальше посмотреть это портфолио, посмотреть соотношение, количество подписчиков, количество лайков, количество комментариев. Дальше спросить, каким образом наполняется фотоконтент, каким образом пишутся тексты, прочитать тексты в итоге, да, и сказать, как человек будет превращать клиентов в лиды, точнее, лиды будут превращаться уже в потенциальных клиентов. Каким образом? Может быть, кто-то не знает слово лид. Что такое лид? Это посещение сайта, посещение Инстаграма. Угу. Ну, обычно зацикливается на посещение сайта. То есть лид – это посещение человека от рекламы на сайт.
Теперь мы меняемся местами. Он хозяин агентства и пришел ко мне вот втюхать инстаграм-услуги, а я такой буржуй с кучей денег. У меня только один вопрос. Ну вот я тебе платить бабки буду, да? Сколько ты мне прибыли принесешь? Что я там 100 рублей тебе отдам, ты мне 1000 дашь за месяц? И как мне это проконтролировать, что это лично ты мне принес 1000? Или может быть это из-за того, что меня и так все знают? Ну, тут несколько вопросов. Давай. Соответственно, первый вопрос – сайт. Есть ли сайт, куда человек будет конечно идти? То есть нужно провести анализ сайта в первую очередь, да? Да не, у меня сайт 100 лет, все работает. 100 лет именно. Ключевая фраза. То есть ничего не работает. Не, ну это реально так. Сайт надо обновлять. Да, сайт нужно обновлять. Желательно его обновлять там раз в 3 года, добавлять информацию какую-то. Ну хорошо, если раз в неделю добавляется информация. Я проще скажу. Короче, там такая штука. Если сайтом не заниматься, то Яндекс и Google перестают его ранжировать с тех мест, где он был. Становится ниже, потому что там что-то программист должен, там рычажки какие-то там. Там даже самой, вот если вы делаете на какой-то там CMS, на Joomla, то есть сама Joomla даже нуждается в обновлении. Да. Если вы эту Joomla не обновили вовремя, то, соответственно, там или WordPress не обновили вовремя, то вы слетели в поиске. Да. Дальше там еще Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрики, все моменты, ну, это отдельная история, то есть нужно, во-первых, ну, как вам, директору, да, потенциально хозяину бизнеса, посмотреть действительно сайт, спросить, вы до этого что-то вели, инстаграм, как вы... Ну да, что-то я там ежиков выкладывал, там, да. Девочек, еду фотографировал, да, еду фотографировал, про, там, не знаю, производство снимал. Да, дальше посмотреть, как человек, куда, какое действие он должен совершить, в зависимости от вашей услуги, то есть либо с инстаграма совершить звонок, кроме того... А если... как я это отслежу, что это с инстаграма звонок? В инстаграме будет цифра, чтобы был сделан, нажата кнопка «Позвонить». С телефона? Там есть статистика, да. В инстаграме есть статистика, которая очень хорошо отображает, с какого поста, сколько было звонков сделано и так далее. То есть это вот, изучаете статистику хозяева. Продвижение инстаграма, да, продвижение любого аккаунта, то есть собственник может следить достаточно хорошо. Ага. То есть там достаточно ему доступ иметь к инстаграму, и он может всю аналитику туда просмотреть. А вот как агентство по производству сайтов, так скажем, как сайтодела, ты мне можешь такой сайт сделать, вот чтобы я так же, как в инстаграме, мог отследить, человек с мобильной версии сайта на телефоне ввел там купить печь или пойти в баню. Ну, технологии это шагнули. Совершенно. То есть это будет честная статистика? Да, честная. То есть человеку можно абсолютно отследить, как он, даже какое у него поведение на сайте. Я прям чувствую эти тянущиеся руки к тебе. Что же это за сайты такие? Просто, если тебе не трудно, перечисли, пожалуйста, системы, которые, система, на которых сделан сайт, то есть движки, которые позволяют отслеживать. Да, это не движки, это просто Яндекс.Метрика, Google Аналитика. В Яндекс.Метрике там веб-визор есть, где ты можешь посмотреть, как определенный человек вел себя на сайте, куда у него мышка двигалась, куда кликалась, все это. Вот так. То есть потом выстраивается поведение покупателя по сайту, дальше смотрится сайт на наличие воронки продаж. То есть, опять же, в Яндекс, что такое воронка продаж? Яндекс знает все. Ну что, мы очень много времени поговорили. Сейчас, я думаю, надо уже прощаться после того, как спонсор сегодняшнего видеопоказа, кстати, самый лучший магазин на Кубани, Кубань Печи. Толян, доставай карман, там потом все оплатим. Не знаю, как вы, я вообще ни хрена не понял. Нажмите ему там куда-нибудь и там что-то сделайте. Лайк и подписаться. Ну, что, поедем, короче, запарим. Деньги гони. Ну, всех, кто понял, респект, уважуха. Тем, кто не понял, ребята, в 21 веке надо разбираться в кое-каких вещах. Если не можете разобраться сами, нанимайте специалиста специального, где взять, не знаю. Ну, в общем, что, творческих, творческих успехов. Ищите по баням, давай, корягу. Все. Пока-пока. Лайса, подписаться, все сделать, знаете что, да?